руководитель, заслуженный деятель искусств России Татьяна Сергеевна Казакова. Татьяна Сергеевна, получено благодарственное письмо в ваш адрес, где сказано: уважаемая Татьяна Сергеевна, Комитет по культуре Санкт-Петербурга поздравляет вас с 20-летием плодотворной деятельности в Санкт-Петербургском государственном академическом театре комедии имени Акимова. Спасибо вам за высокий профессионализм и ответственный подход к делу. Почему не идет роль? Ты ведь пьесу еще не читал. Ой, ребята, я нашел зерно, но куда-то его потерял. Не могу до утра спать, как понять, что сказал режиссер. Я хочу ей доказать, что я не пустой актер. Она говорит: учи, а потом говорит: забудь. Как же к ней найти пути? Подскажите нам кто-нибудь. Если ты настоящий актер, то поймешь нас без труда. Как сказал нам наш режиссер, хотел быть артистом. Научись правильно дышать, ударение в себе раствори. Научись паузу держать, если понял, тогда повтори. Ударение мы растворим и паузу будем держать. Мы понять ее очень хотим. Она женщина, ее не понять. Раступитесь-ка, молодежь, мы дадим вам один совет. Ты ее просто так не поймешь, если с ней не служил 20 лет. Если с ней не болтал в купе, на гастролях до самой зари, и спектакли не упускал, доводя ее до сипоты. Если сможешь все это пройти, уважение ее заслужить, то, возможно, в конце пути сможешь звание ты получить. Но позвольте сказать и нам, мы тут служим немало лет. Мы встречали различных дам, но такой, как она, больше нет. Не пытайся ее разгадать, не пытайся ей угодить. В спектакле надо просто играть, а ее надо просто любить. Все, что хочешь, сделаем мы, без ролей нас не оставляй. Хочешь творить, твори. Если хочешь менять, меняй.
И ты это знаешь.